Thank you.
Юрий Хатович, несколько слов, если можно. Для нас огромное счастье то, что вы находитесь у нас в городе, в театре имени Загурского, после 10-летнего перерыва. Мне очень сложно выразить словами мнение тех, кто был сегодня в зале и кто был эти 2 дня до этого. 3 сумасшедших дня в хорошем смысле этого слова. Мы вас очень ждали. Я вам благодарен за то, что вы открыли этот фестиваль. Я никогда не забуду тот ваш приезд 10-летней давности, потому что вы нам помогли этому фестивалю. Потому что ваш приезд взлетел на такую планку наш фестиваль после этого. Это огромное счастье. И вы знаете, что для меня, когда я выхожу с вами, с вашим оркестром, мы с вами переиграли с разными оркестрами, в том числе и в этом году. Но когда мы с вами играем, особенно Рахманинова, это очень сложно передать те чувства музицирования, те чувства счастья, когда рядом находится человек, который предвкушает любое движение солиста. Даже, может быть, задолго до того, когда солист придумал это движение. Вы джазмен, Юрий Хатович, я вам хотел сказать. Да? Ну, конечно, вы же импровизатор, вы же импровизируете. Внутри классической музыки, это же удивительно. Если исполнять, очень хорошо исполнять ноты, нюансы, все акценты, это еще вообще не музыка. Не имеет никакого значения. Это то, что, с чего, собственно, начинается музыка. Если исполнитель любой не разгадал, что написано за нотами и какие вообще ощущения человеческие вызвали вот этот зашифрованный душевные страдания или радость какую-то, то он, в общем, не делает своего дела. Так я очень интеллигентно говорю. Да. По поводу фестиваля я должен сказать, что я очень рад был приехать тогда. И нужно сказать, что я с огромным удовольствием приехал и сейчас. Вы знаете, я помню эту публику 10-летней давности концерт, но я все-таки помню, как это, знаете, не зал, который говорит, мы купили билеты. Они благодарны невероятно. Причем это не деланная благодарность. Она такая, знаете, такая искренняя. Ты, в общем-то, артист всегда чувствует зал. Состояние, атмосферу, настроение. Химическую атмосферу. Да, 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 да. И поэтому выступать здесь огромная радость. Я посмотрел программы, артисты, которые приезжают сюда, и должен сказать, что эта планка, которую вы задали этому фестивалю, он все только повышается. Никаких провалов нет. И нужно сказать, что это не только фестиваль Иркутска. Я думаю, что этот фестиваль приобретает значение много больше для целого огромного региона России. Это очень важно, очень важно. И то, что вы затеяли привлекать детей сюда, мастер-классы давать, это при том положении, в котором находятся детишки у нас, когда какой-то болван придумал специальные школы сейчас уравнять с общеобразовательными. То есть мы лишимся всех выдающихся, потенциально выдающихся людей, музыкантов, которых знает весь мир. Мы уничтожим балет. Когда все азы закладываются школы. В самом детстве. В самом детстве, да. Это какой-то человек совсем сторонний от культуры, начальник придумал. И это не просто плохо, это просто гибель музыки, это убийство. Мы будем бороться, Юрий Хатович. Я сейчас вот просто воспользовался тем, что мы говорим по телевидению. Я хотел бы, чтобы мы как-то объединились и объяснили этим людям, что они просто... Я даже не могу, вот, видите, подобрать слово, что они творят. Они убивают начало, фундамент культуры музыкальной. Наше выдающееся начальное музыкальное образование. Да, это то, чем мы гордились. Конечно.
гордились. И Америка гордится, Кёртис Институт. Все копируют нас. Все копируют. А и мы да, убиваем на корню. А мы убиваем на корню то, бороться. Что является фундаментом. Мы не допустим. Балет погибнет. Конечно. Музыка погибнет. Это просто... Кто это мог придумать? Я хотел бы посмотреть ему в лицо. Игорь, хотел еще спросить, в связи с этим, вы считаете, что уроки музыки в общеобразовательных школах, это же абсолютно так же важно, как и цифра и буква? Это так же важно, потому что доказано учеными, что дети, которые занимаются музыкой, многократно успешнее овладевают другими всеми предметами, особенно математикой. Согласен. Геометрии, тригонометрии. Это же факты известные. Вообще для того, чтобы воспитать, особенно в наше время, когда в телевизор нам помойку какую-то заграничную, американскую помойку нам показывают, но мы-то знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Но дети наши, они же не могут, мы их запутали, мы им показываем то, что не имеет никакого отношения к культуре. Вот в чем дело. То, что передается с утра до вечера, обращается в отличие высокой культуры не к душе человека, а к низменным инстинктам человека. Абсолютно. И люди дичают. Вот что я хотел. Я просто вот пользуюсь, это, к сожалению, абсолютно. Я должен был бы сказать, конечно, о фестивале, нет, что мы с удовольствием сюда приехали. Побывали на Байкале. На Байкале побывали. Это одно из чудес света. Это чудо, просто чудо. И, конечно, нужно сказать, что организация фестиваля необыкновенна. Необыкновенно. Это спасибо очень всей важно. Команде, которая это начинает верно. Водителей и заканчивает светителями. Я всех просто... Все. Это наша команда. Это просто замечательно, те, потому что это все-таки важно. Конечно. Очень важно. И, конечно, публика. Конечно, публика. Я должен сказать, что с удовольствием приехали, мы играли с очень большой ответственностью. На этом спасибо фестивале. И с удовольствием приедем, если нас пригласят. Юрий Гордеев, хотел спросить еще вопрос. Да. В частности, опять же, в контексте молодого поколения. У нас сейчас в России, я просто очень знаю это по себе, по своим гастролям. Я очень много езжу по нашей стране, в том числе да. очень много молодежи ходит в зал на классическую музыку. Такого нету ни в да. Берлине, ни в Вене, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке. Там обычно, ну вы же знаете, 60 да. плюс, наверное. Да, да, да. В основном седые головы. Это верно. Хорошо. Молодых у нас сейчас просто филармонический бум. Если да. вы заметили, сколько подходило молодежи после концерта да, и дарили да, цветы. Да. Это на самом деле очень здорово, то, что здесь в Сибири целое, вот, и благодаря фестивалю тоже, конечно, да, родилось целое поколение, которое несомненно, приучено благодаря. Ходить на концерты классической музыки. Да. Даже не музыканты, а простые. И я должен сказать вам, что вы, по-моему, даже не до конца понимаете, Денис, что вы делаете. Не просто как, не только как музыкант, а просто как общественный деятель. Потому что вот это поколение не упустить, это важно. К сожалению, у нас ведь теперь в школах не преподают ни пения, ни хора нет. А мы проиграем Западу, потому что там церкви, хоровые классы, дети, взрослые, все поют в каких-то... Да. Они приучены с детства иметь такое отношение близкое к музыке. А вы хорошо учились в школе, кстати? Вам давалась и математика, и геометрия? Да, в общем не так потому плохо. Потому что у вас было музыкальное образование настоящее. Может быть, поэтому, да. И вообще нужно сказать, что специальная школа, десятилетка Санкт-Петербурга, Ленинграда. Дети кончали эту школу и не обязательно поступали в консерваторию. Некоторые поступали в университет. Университет, да. Такое было образование общее, и, конечно, все из Петербурга, из Ленинграда выдающиеся музыканты, все оттуда. Конечно. Поэтому как я... Как Семша и Гнесинка ну, в, да, в Москве, конечно. Да, в Москве все оттуда. Конечно. Здесь из десятилетки. Если это теперь искалечит... Не искалечит, Юрий Хатович. Я уверен, что все будет. Но я не знаю, я вот знаю, что директриса школы, которая была матерью всей школы,
детишки. Так. Надо разобраться, потому что в ЦМШ она песенки, подала, стандарты, слава она Богу. Она ушла, из, по-моему, по этой причине. Я узнал только перед приездом сюда. Это очень горько. Мы будем с вами бороться. Я согласен. Спасибо вам большое. Вам спасибо. В борьбе за это. Да.